Сегодня стало известно о том, что на должность заместителя главы администрации города, курирующего вопросы градостроительства, жилищной политики, имущественных и земельных отношений, официально приглашен Сергей Власенко. Он уже дал согласие занять этот пост. Напомню, недели ранее он успешно прошел конкурс и был включен в кадровый резерв. Как сообщает отдел по связям с общественностью администрации города, де юре у главы есть 3 месяца на замещение вакантной должности. Однако Олег Черевко медлить не стал. Близится завершение финансового года, утверждение бюджета на будущий год. Времени на раскачку нет. Нужно оперативно вникать во все аспекты деятельности и выводить сферу на более качественный уровень, в том числе с точки зрения репутационной составляющей, говорит градоначальник. Ранее эту должность занимал Василий Лукаш, против которого в конце сентября возбуждено уголовное дело, после чего чиновник был отстранен от работы, затем уволен. Сергей Власенко называет себя приверженцем командной работы и надеется, что его знания и опыт окажутся полезными городу Лабытнанге. Он намерен приступить к новой работе в ближайшие дни.